Только на телеканале ИТОН ТВ. Уникальные документы и свидетельства времен Холокоста на территории бывшего СССР. 27 декабря в 19:00 по Иерусалиму, в 20 по Москве, в студии ИТОН ТВ в программе «Неизвестный Холокост» в прямом эфире директор отдела международных архивных проектов Яд Вашем Мария Ионина расскажет об уникальных архивных документах, фотографиях, артефактах, письмах и свидетельствах о трагедии Холокоста из архивов мира и из частных коллекций, хранящихся в Яд Вашем, а также об Илье Оренбурге и собранных им письмах-свидетельствах о зверствах нацистов на оккупированных территориях бывшего СССР, вошедших и не вошедших в знаменитую «Черную книгу», многие из которых также хранятся в Яд Вашем.